Здравствуйте, доброго дня всем. Итак, 4 мая 2023 года. Сегодня в Латвии отмечается День восстановления независимости. Ровно 33 года назад, 4 мая 1990 года, была принята декларация о восстановлении независимости Латвии. С чем вас, дорогие друзья мои, я и поздравляю. Ну а теперь давайте прогуляемся по центру города. Наступила весна, все позеленело, город изменился. Пошли! В Латвии у нас 4 дня выходных. Вчера уже вечером потоки машин направлялись за город. Кто на дачу, кто на хутор. Thank you.
Весь народ сидит по домам еще, но к вечеру буду центр подтягиваться. Эти дни на все выходные много различных мероприятий, но завтра я обязательно одно из них посещу. Это открытие инженерного арсенала. Вот и все. Прогулка завершена. Так, встретил сейчас, сегодня, вернее, не сейчас, а сегодня, Сандру. Я даже ее и не узнал. На видео одно, а вживую совсем другое. Извини меня, Сандра, конечно. Ладненько, завтра будет открытие инженерного арсенала. И обязательно поеду, буду, поснимаю. Но видео выйдет довольно поздно. До свидания. С вами был канал «В деревне в городе». И я Евгений. Всем мира и добра. Пока-пока.